В этом ролике я покажу, как собрать электромагнит. Электромагнит изготовить достаточно просто. Нужно взять трансформатор из микроволновки, распилить его и достать обмотки. Нам нужна только первичная обмотка, вторую можно выкинуть. Но самое главное, не повредить первичную обмотку. Мы его только включили в сеть, а он уже так сильно колбасится. Что же с ним будет, когда он будет притягивать железо? Ну что, настало время испытать электромагнит. Подключаем его в сеть. На него также можно подавать 12, 24, 36, да хоть 220 вольт постоянного и переменного тока. Включаем аккумулятор с ноутбука и посмотрим, на что он способен при напряжении в 12 вольт. Берем орешек и плющим его дверью. Вставляем орешек. Видите, наш орешек готов. С орешком он легко расправился. Может, он что-то может потяжелее поднять? Черепашки-ниндзя, вы где? Нету черепашек. Это кнопочка спуска. Чтобы отлепить ее, надо нажать. Отключится ток, и он легко отклеится. Чтобы увеличить мощность, мы решили его включить в 220. И тут... Китайский провод не выдержал нагрузки, видите? 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 Ну, в общем, это просто сопля вот такая вот, видите? Короче, ну, надо использовать хорошие провода. Покажи поросячий хвостик. Если подключить напряжение побольше, сила притягивания увеличивается. Болтики, крышки, кастрюльки, все это, конечно, весело. Но в следующем ролике мы покажем настоящую мощность этого электромагнита. Как ты думаешь, что мы будем притягивать? Пиши свое предположение в комментарии. Ребята, этот ролик вышел благодаря поддержке Антона. Я тоже хочу помочь в развитии его канала. Ребята, у меня есть свой канал Милки Шоу, на котором будет происходить розыгрыш iPhone 7. Условия очень простые. Нужно подписаться на канал. Если до 1 декабря на канале Антона наберется 50 тысяч подписчиков, то мы разыграем 7 iPhone. Ссылка в описании. Ребята, сейчас мы посмотрим, кто кого. Что сильнее, заводской электромагнит или наш самодельный, собран из микроволновой печи? Но что у нас получилось, смотри в следующем ролике.